Я читаю 104-й псалом. «Славьте Господа! Призывайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Воспойте Ему и пойте Ему! Поведайте о всех чудесах Его! Хвалитесь именем Его святым! Да веселится сердце ищущих Господа! Ищите Господа и силы Его! Ищите лица Его всегда! Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его, Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячи родов, которое завещал Аврааму, и клятву свою я Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда и было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости». Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его, послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил деревья в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их. И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, и избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!